Карачаево-Черкесия входит в регионы-лидеры по производству тепличных овощей за счет агрокомбината «Южный». Продукты проходят контроль, на качество которое проводит Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора. Какое количество овощей подверглось проверке с начала этого года и как получить хороший урожай помидоров и огурцов, узнавала Альбина Ламкова. Вот сейчас мы отбираем пробы. Сколько помидорчиков? 5 штучек. Угу. С разных... Ящиков, да? Ящиков, да. Угу. Пакет обязательно стерильный. Отбор проб – важная часть мониторинга безопасности пищевых продуктов и системы анализов рисков в государственной контрольно-надзорной деятельности. По ее результатам составляется протокол. В нем указываются все необходимые сведения, имеющие значение для идентификации. И только после заключения о фитосанитарном состоянии управлением Россельхознадзора оформляются карантинные сертификаты. На складе готовой продукции овощи отбирают для проверки. В каждом ящике вмещаются по 8 килограммов овощей. Все они четко сортируются. Помидоры набирают по цветам – красный, бурый и розовый. У нас сборы производятся через день. Вот в среднем где-то 60-70 тонн мы собираем. Калибровка помидоров осуществляется в теплице. Каждая из них имеет площадь 1,5 гектара. На одном блоке выращивают одну культуру. Работает на участке по 13 человек. Чтобы помидорчики ваши были вкусные, что для этого нужно? Ну, помидорчики, чтобы были вкусными, конечно же, солнце и хорошая вода. Что мы на самом деле имеем в нашей зоне, в наших условиях, в нашей местности. Поэтому не зря в советское время, наверное, здесь построили данный комбинат, так как все эти условия соответствуют требованиям для выращивания данных овощей. Поэтому и на урожай в агрокомбинате «Южный» не жалуются. Огурцы в первом обороте собирают до 25 килограммов на метр квадратный, а во втором обороте чуть меньше, до 18 килограммов. Но на томате выращивают и собирают до 40 килограммов. Бывает местами и больше, отметила Венера Дураева. В фасовочном центре хрустящие огурчики и аппетитные помидорчики распределяют в подложку. Вес ее составляет 650 грамм. Потом отгружают овощи и направляют в сетевые магазины. А уже совсем скоро они попадут к нам на стол. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, «Вести», Карачаево-Черкесия, Уджгутинский район.